Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 6 января 2019 года, и сейчас я пытаюсь заснять на видео солнечное затмение. Не знаю, что получится, будет ли видно на камеру, но глазами через фильтр, по-моему, лучше видно. Приближаю. Вот с левой стороны что-то видно. Долго снимать нельзя, чтобы не спалить оптику. Снимаю через фильтр. Но сразу скажу, что глазами через фильтр лучше видно, чем на камеру. Мне так кажется. Время во Владивостоке 11:27 примерно. Шестое января 2019 года.